Я Эльвира Линд, педагог, психолог, консультант, арт-терапевт. Я очень благодарна Golden Time Talent за возможность поделиться творчеством и идеями через платформу. Мои картины, включая «Мудрость потока», отражают мою страсть к исследованию глубин человеческой души и природы. Я верю, что искусство имеет способность вдохновлять, утешать и помогать нам обрести гармонию внутри себя. Символика рыб Куи и «Мудрость потока» в этой картине напоминает нам о важности стремления к лучшему постоянному развитию. Я надеюсь, что мои работы могут вдохновлять зрителей на поиск смысла и глубины в собственной жизни. Картина написана в акриловой живописи, потому что акрил очень удачно переносит яркость цветов и создание ощущения движения, динамики. Акриловые краски быстро сохнут, что позволяет мне быстро работать и создавать различные слои текстуры, а также использую различные кисти, чтобы создать также различные эффекты и детали в моих работах. Мудрость потока, которую я пытаюсь передать в своей работе, заключается в понимании, что мы должны принимать изменения и находить гармонию с ними. В жизни всегда будут возникать трудности и неожиданности, но именно с этого момента мы можем обрести новые знания и расти как личность. На холсте раскрывается картина, где величественный поток воплощает символизм удачи и благополучия. На фоне утонченной красоты водного течения плывут радужные рыбы Куи. Их образы, отразившись на поверхности, словно олицетворяя мудрость и гармонию водной стихии. Эти особенные рыбы Куи обладают сакральным значением, связанным с японской культурой. Они символизируют не только преуспевание и успех, но неуклонную устремленность к лучшему, превращению во что-то более красивое и возвышенное. Каждое движение рыбы Куи – это как капля и мудрости, уносящие нас по пути и удачи. Их трансформационный ход через поток времени показывает, что это не просто случайности, а результат настойчивости и внутренней мудрости. Они напоминают нам о важности стремления к лучшему, несмотря на преграды и испытания. Как камни на дне реки, Куи демонстрируют, что благосостояние и удача – это процесс эволюции, в котором созидательность и мудрость являются важным инструментом. А символы, приносящие Куи, учат нас осознавать важность каждого момента в жизни. Картина «Мудрость потока» погружает в мир водных глубин и напоминает, что каждое созидание и преображение приводит к удивительному результату. Таким образом, произведение искусства воплощает красоту и символическую силу рыб Куи, призывая нас открываться мудрости природы и принять благосостояние, которое приносят они своим танцам в потоке времени. В нем мы находим утешение и вдохновение, уверенность в том, что когда мы стремимся к мудрости, удача и благополучие всегда будет на нашей стороне. Я всегда была увлечена искусством и его способностью выражать эмоции и мысли, которые не всегда могут быть выражены словами. В своей работе я стараюсь передать сложность и противоречивость человеческого опыта, а также наши взаимоотношения с окружающим миром. А «Мудрость потока» — это картина, которая вдохновлена философией восточных учений, особенно идеей о постоянном движении и изменении. Я считаю, что мы все находимся в постоянном процессе развития и роста, и именно это делает нашу жизнь интересной и значимой. Я надеюсь, что моя картина вызовет у зрителей размышления о собственной жизни и поможет им обнаружить новые идеи и перспективы. Хотя каждый может истолковать мою работу по-своему. Я надеюсь, что она будет вдохновлять людей на поиск глубин и смысла в своей собственной жизни. Я верю, что искусство имеет способность пробудить в нас эмоции и мысли, которые могут помочь нам стать лучше и гармоничнее.